До 10 утра мы представили вам нашу чудо-печку, раскупили все, все абсолютно. И мы вам предлагаем аналог. Вот скажи, пожалуйста, сразу нашим телезрителям, чем отличается данная чудо-печка от предыдущей? Совершенно ты правильно сказала, Олечка. Она прежде всего отличается механическим вот этим вот прекрасным управлением. Что это означает? Друзья мои, согласитесь, что мы выслушали ваши предложения. Потому что многие побоялись. Говорят, 8 программ. Знаете, как бы получится у нас, конечно же, их выставлять или нет. Мы продумали все. Мы нашли поставщика, у которого специально механическое, конечно же, вот это управление. Одно отвечает за время приготовления, другое – температура. Вы автоматически всего 2 движения. Выставляете ту температуру, которую вы хотите готовить. Слушай, мне нравится, Олег, что здесь не нужно разбираться с кнопками. Вот это моя мама, прямо ее тема. Точно. Она и моя, кстати. Только не вздумай мне приобретать товары с кнопками, разобраться не могу. Здесь вот действительно разберется каждый. Смотрите, как обычная печка. Дарите для своих близких, тем более, что цена позволяет 2199 рублей. Цена с хорошей скидкой, Олег, 1300 рублей. Экономия прямо сейчас. А теперь, Олечка, ты правильно сказала, выглядит как обычная печка, но она необычная. Так, она включает в себе 5 элементов. Прежде всего, друзья мои, посмотрите, какая форма. Прежде всего, она квадратная. Что это нам дает? Так. Прежде вы можете готовить здесь любые блюда, помешивать, к примеру, капусты, потому что высота борта здесь в 10 сантиметров. Значит, вы можете, к примеру, брать лопатку, вот так, как я сейчас делаю. Вот представляешь, капуста вот тушеная, когда мы тушим на плите, как неудобно у нас получается. Это правда. Здесь у тебя никогда не разбрызгивается. Кроме этого, абсолютно безопасно, потому что вы никогда не обожжетесь. Это, конечно же, очень важно. Оригинальный такой вариант, да? Это мультиварка «Чудо-печь» компании «Мистери». По цене только сегодня со скидкой, друзья, 1300 рублей. Звонки бесплатные. Даже если у вас под рукой только мобильный телефон, смелее звоните и заказывайте специальное предложение только с сегодняшнего дня. Чудо-печь сегодня представлена в 2 цветах, правильно? Совершенно. В 2 она, конечно же, представлена. Белый, красный. Слушай, Оля, ну я хотел с тобой порассуждать. Вот согласитесь, кстати, не только с Олей, но и вам я приглашаю, конечно же, включиться в наш тройной диалог. Да. Вот как мы. Друзья мои, согласитесь, вот есть обычные печки. Чем отличает принципиально эту печку от обычных других? Они, как правило, громоздкие. Раз. Значит, их неудобно ставить, конечно же, в кухню и хранить неудобно. Ну, все бывает. Кухня бывает. Второе. Второе. Здесь она необычной формы. Согласитесь, где вы видели печка, где я сейчас, смотрите, открываю и эту крышку переставляю сюда, где встроена стеклянная крышка. Значит, Олечка, да, ты можешь наблюдать за процессом приготовления еды. Вот это здорово. Знаешь, вот у меня есть мультиварка, действительно. Вот очень жаль, что крышка, вот там вот она вообще непрозрачна. Здесь действительно можно наблюдать за процессом. Это самое главное. Вообще она очень стильно выглядит, согласен? Совершенно верно, друзья мои. Она включает в себя 5 элементов. Она включает и печь, и фритюр, и тушение, и, конечно же, сковородки, и функция, конечно же, все функции мультиварки. Это прямо сразу видно, что соус. Я даже, знаешь, что? Я даже полью сейчас вот так вот специально. Смотри, я сейчас достаю. Какая вкусняшка. Посмотрите. Какие ароматы. Друзья, вот знаете, успела съесть перед нашим эфиром только йогурт, поэтому голодна. Йогурт? Очень голодна. Я же видел, ты чай пила. Нет, чай ты действительно пила. Я, видимо, со спины перепутал. Друзья, сейчас буду пробовать. Заходите к нам на огонек. Друзья, сегодня это чудо-печь под названием Мистери по цене только сегодня. Если вы хотите, чтобы у вас получилось точно такое же роскошное мясо, покажи его, разломи. Вот да такое подожди, роскошное мясо. Я хочу специально. Звоните мои, прямо сейчас. Посмотрите, какое оно мягко. А самое интересное, что я наблюдал за процессом приготовления. А вы хотите наблюдать за процессом приготовления еды? Или хотите по старинке готовить в кастрюле все, чтобы убегало? Или, подожди, Олечка. Ну дай мне уже попробовать. Друзья, это специальное предложение только сегодняшнего дня. Запишите номер лота, чтобы не забыть. 001-015. Запах. Записывайте. 754. Все, вам эти циферки помогут в приобретении, когда вы будете звонить в наш колл-центр. И экономьте 1300 да рублей. Ты уже. С удовольствием. Ну, скажи что-нибудь, я пока. Друзья мои, это самое простое управление. Мы предусмотрели абсолютно все. Мы собрали кучу звонков. Нам звонили с Владивостока до Калининграда. Спрашивали, что вас интересует. Мы боимся электронное управление. Говорили нам телезрители, мы специально нашли механическое управление. Оля, слушай,
Так поделись, ты не мне говоришь. Зачем ты мне говоришь? Ну, знаете, я сейчас представил себе праздник. Я представила, когда ко мне приходят гости, я чаще всего забегаю либо курицу, либо мясо. Как я волнуюсь. Вы знаете, это как экзамен для меня. Когда все мои гости садятся, я первое не беру. Я смотрю так, как им понравится, не понравится, смотрю им в глаза. Когда они улыбаются, все, слава богу. Иногда бывает не очень результат. Мы за свой результат отмечать всегда не можем. Теперь, Олег, теперь всегда 100% результат. Я не понимаю, зачем ты меня обнимаешь, когда делала все сама чудо, ваша чудо-печка, которая едет уже к вам. А это уже второе блюдо. Слушай, обратила внимание, что специальная подставочка, она в комплекте идет? Она в комплекте. Для чего, для чего я вам... Совершенно ты правильно задала вопрос. Mm-hmm. Олечка, согласись, что у нас есть наши домочадцы или друзья капризные, которые приходят и говорят, к примеру, я не ем тушеное или жареное, хочу на пару. Вы представляете? Особенно если дети, если это внуки, тоже нужно о них заботиться, правильно? Правильно. И здесь в комплекте входит вот такой верхний ярус. Смотрите, я сейчас снимаю. Да. Вверху я готовил блюдо на пару, а внизу я готовил картошку тушеную. Но у меня не помещается, не знаю куда. Давай сюда. Два разных уровня, которые готовят абсолютно два разных блюда. Внимание, друзья. Чудо-печь в Мистере готовит два блюда за один раз. Такая чудо-печка должна быть на кухне у каждой из вас. Вы только себе представьте, теперь вам не нужно стоять возле плиты, что-то готовить. Нарезали, закинули, нажали одну кнопку, в данном случае просто повернули, как в духовочке. Очень удобное управление, и все, ушли. Ушли из кухни долой. Развяжите себе руки, хватит стоять возле плиты. 2199 рублей за вашу свободу. Итак, друзья, Олечка, ты знаешь, показывают перцы, у меня горит мое блюдо, которое я готовлю. Помешай, так, пожалуйста, давай, картошку. Нет, картошку помешивай. Так, картошку. Подожди, мешай, я так, сейчас уберу, потому что иначе здесь мы должны... Слушай, подождите, посмотрите, это же железо. Скажи, пожалуйста, ничего с покрытием не произойдет, что я железом тут? Мешай. Мешай смело. А что это за покрытие? Скажи, Олечка, пожалуйста. Смелее. Я ж тебе говорю, я эксперт, я отвечаю. Друзья мои, согласитесь, что некоторое покрытие, оно невозможно помешиванием вот этими половниками. Здесь специальное антипригарное покрытие, которое позволяет вам помешивать. Посмотрите, еще раз показываю, что я готовлю два блюда одновременно. А значит, вам не надо занимать посуду на плите. То есть, когда два блюда мы готовим, нам нужно кастрюлю поставить, еще один сотейник. Слушай, приготовить. А потом все это мыть. Все а потом еще плиту отмывать от этого жира, который разлетается чуть ли не по всей кухне. Друзья, теперь мы с вами свободны. Свободны от уборки, свободны от готовки. Достаточно просто сделать один звонок и заказать чудо-печь Мистери со скидкой в 1300 рублей. Внимание! Нужно звонить только сейчас. Ведь через час я уже не обещаю вам наличие не понравившегося вам цвета. А у нас их два, белый и красный. И вообще наличие нашей чудо-печки я вам не обещаю. Потому что, Олег, до 10 утра была продана первая наша партия окончательно. Это уже новый аналог. Итак, друзья мои, посмотрите, тушеная картошка. Следующее. Только наша чудо-печь с механическими вот этими механизмами, которые регулируют температуру и время, встроен функция фритюр. Вот, Олечка, с тобой порассуждаем. Согласитесь, что в мультиварке вы ни одной не встретите приготовление во фритюре. Конечно. Редко, только премиум-класса. А в нашей чудо-печи есть функция фритюра, значит, мы можем готовить пончики. То есть это фритюрница со специальными вот этими насадками. Здесь все в комплекте. Это мультиварка. Это печь полноценная. Это еще и сковорода, где вы можете помешивать прямо, следить за готовкой. То есть это многофункциональное чудо-печь. Конечно же. Только сегодня специальное приготовление. Конечно же. Кастрюля, функция кастрюли и функция фритюри. Запишите номер лота, который вы видите на своих экранах. И действуйте прямо сейчас. Бегите скорее, пока они еще есть.